В Махачкале стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу» для воспитанников школ-интернатов. Организаторами ее стали представители различных политических партий. Цель – помочь учащимся из малообеспеченных семей встретить учебный год экипированными всем необходимым. Партийцы передали в образовательные учреждения школьную форму, канцелярские принадлежности, электрические сушилки для рук, а также средства гигиены. Кроме того, для детей был организован праздничный обед. Акция, охватывающая школы-интернаты, продолжится еще несколько дней.